Заключительных сериях. Второй сезон из сериала «Паромщиц». Долина мечты. Надя получает серьезные угрозы в свой адрес. Ее вынуждают срочно бежать из Излучинска вместе с бывшим мужем Львом и сыном. Если она откажется, жизнь Кости окажется в опасности. Цимбаларь узнает, что Надя уволилась. Беглецам удается получить новые паспорта. Макс вычислил настоящего врага, виновного во всех их бедах. Надя предлагает обратиться в полицию, но Макс против. У них нет доказательств. Он решает найти слабое место преступника. Но сделать это не так просто. Один из преступников сбегает во время проведения следственного эксперимента. Тем временем Надю заманивают в ловушку. Ей придется одной ехать ночью в охотничий домик. На кону жизнь ее сына. Лев и Макс отправляются спасать Надю. Счет идет на минуты. Посмотреть заключительные серии вы сможете 8 июня на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.